Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу команду «Можно и нельзя». Это Лана. Ей 2,5 месяца. И мы вам покажем, что она умеет делать. Лана, сидеть. 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 Молодец. Сидеть. Сидеть. Молодец. Нельзя. Только может его взять. Умница. Хорошо. Молодец. Лана смотрит мне в глаза. Вот когда собака смотрит в глаза, ее можно поощрять. Можно. Лана, ко мне, девочка. Рядом. Молодец, хорошо, рядом. Вот так, рядом. Хорошо, молодец. Хорошая девочка. Потому что когда вы будете выходить с ним на улицу, чтобы собака не подбирала ничего с земли или с чужих рук. Это очень важно. И собака должна смотреть на хозяина. Да, вот когда она смотрит, и вот у нее выдержка терпения, это просто супер, молодец. Можно. Молодец, хорошо. Хорошо, хорошо. Сидеть. Лапу, лапу. Другую лапу. Молодец, молодец. Хорошо, умница, молодец. Хорошая девочка. Дай пять. Дай пять. Молодец, хорошо, умница. Молодец, молодец, умница, хорошо.
Дай еще 5. Дай 5. 5. Дай 5. Молодец. Хорошо. Хорошо. Умница. Молодец. Молодец. Хорошо. Вот лапам свои ребенки лежит рядом. И щенок, которому 2 месяца с половиной. Послушная девочка. Умничка. Молодец. Молодец. Можно.